В маленьком станционном поселке Исеть, что под Среднеуральском, огромная радость обрушилась на 9-летнюю девочку Настю Мухачеву. Сбылась ее мечта. Ей, как и малышу из сказки про Карлсона, подарили собачку. Беленькую, мимимиленькую. Дизайнерской породы Бишон Фризе, о которой Настя и мечтала. Напомню, на прошлой неделе мы делали репортаж об этой маленькой девочке с нелегкой судьбой. 2 года назад, в октябре 18-го, ей неожиданно стало плохо, и после долгих мытарств по местным больницам, после отправки анализов в Москву, ей диагностировали лейкоз – рак крови. С тех пор Настя пережила 6 химиотерапий и 4 облучения. Сейчас она находится дома в поселке Исеть с родителями и младшими братом и сестрой. Для излечения онкологической хвори Насте нужны не только препараты, но и положительные эмоции. 2 ноября девочке исполнится 10 лет, и она загорелась мечтой. Собачкой, именно такой вот кудрявенькой породы, похожей на плюшевую игрушку. Сама многодетная семья такую породистую собаку купить не может. Потому мы сделали репортаж с просьбой помочь, кто чем может. И наш во многом добрый и отзывчивый народ очень оперативно откликнулся. Люди прислали деньги на Сберкарту, привязанную к телефону Настиной мамы. Как нам стало известно, в помощи девочке поучаствовал лично и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Денег насобирали необходимо и достаточно. И на белую собачку хватило, и еще на одежду, и корм для нее осталось. Спасибо всем, что помогли мне с собачкой. Я ее назвала Белочка. Я буду за ней ухаживать. Я очень рада, что моя мечта осуществовалась. Скоро мы с мамой поедем, будем выбирать ей комбинезончик и платьишко. Ей будет очень тепло. И на день рождения она будет самая яркая и красивая. Вообще изначально собачку родители Насти хотели подарить ей на 10-летие, 2 ноября. Но деньги собрали раньше и с подарком тянуть не стали. Ну все верно, чем раньше добрые эмоции овладеют больным ребенком, тем больше шансов на излечение. Если кому интересны ТТХ подаренной собачки, то Беллочка родилась 2 августа, естественно, текущего года, в городе Чайковском у тамошней заводчицы. Папу у Беллы зовут Ив Сен-Лоран, маму – загадка души моей. Все документы заверены Российской кинологической федерацией. Ну и на посошок от нас. Всем откликнувшимся на чужую беду, спаси Господи. Ну а Насте скорейшего выздоровления и храни тебя Бог.